На счету у хасавюртовских спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. На сегодняшний день в Управлении гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности существует 4 службы, такие как мобильный отряд, единая диспетчерская служба, служба предупреждения и оперативного планирования. День ото дня сотрудники МЧС подвергают своей жизни опасности ради спасения чужих. Традиционно в честь Дня спасателя России проходят различные торжественные мероприятия. Сотрудников служб поздравляют руководство города, коллеги. В средствах массовой информации им посвящены фильмы и передачи. От лица депутатов городского собрания Ахмед Курбанов вручил коллективу оперативно-спасательной службы почетную грамоту за доблестное выполнение должностных обязанностей и большой вклад в области защиты населения. Ваша служба, как говорится, опасна и трудна. Я тоже на протяжении стольких лет, курируя вас от депутатского корпуса, как председатель комиссии по спортивному порядку, все время с вами на ваших профессиональных праздниках. Желаю вам успехов в службе, дома, здоровья, всего самого наилучшего. И пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна помощь. В завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, искаженных транспортных средств на затопленных территориях. 9 отличившихся сотрудников данного подразделения были награждены почетными грамотами. Мусалаеву Дермитхану Алибековичу. Мероприятие по пожарной безопасности. И Сатавову Анвару Арслан Алиевичу, оперативному дежурному, единому дежурно-диспетчерской службы. Сотрудники МЧС Хасавюрта выразили благодарность всем тем, кто ценит проводимую работу спасателями данной структуры, за весомый вклад в оказание помощи и сотрудничеству, а также поздравили своих коллег по всей стране с профессиональным праздником – с Днем сотрудников МЧС. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».